Заходим в Ганнибаловку. Идем на разведку. Под нами прямо кувшинки растут, не видно их. Под нами? Да. 2 метра глубина под килем. И небо отражается. А что там течет в обратную сторону? Да. Странно, она должна вытекать, а она втекает? Да. Какая глубина? 2 метра. 2 метра. Чайки недовольны. Пугали утятину. А вон еще нырок черненький, смотри, вон. Красноголовый какой-то. Все, вошли в речку, глубина 2,1. Речка Ганнибаловка. Глубина 2 метра. Идем по лесу. Сейчас будем грибы собирать. Какая глубина? 1,5 метра под нами, значит 2 метра. Вон она еще куда-то уходит маленькая. Держись осторожно, вдруг там что, бревно какое попадется. Ох, какая щука в протоке стояла. По глади воды пыльца. Смотри, топляк справа. Вот такая Ганнибаловка. Передо мной совсем вот трава, наверное, мелкая. Это, по-моему, все. Ганнибаловка для нас, наверное, закончилась. Как птицы поют. 1,3 показывает. Просто деревья стоят поперек. Да, и трава справа. А? Да-да, и трава справа. А, все, вон там дерево поперек завалилось. Да, точно, вон там дальше. Дальше не пройти. А щука вон играет. Ой, как вкусно пахнет летом.
цветами, листьями. Релакс.